вопрос трансформации, цифровой трансформации электроэнергетики общего рынка. И для того, чтобы было понятно, почему вообще сейчас мы об этом говорим, я просто вот коротко буквально зачитаю тот контекст, который был дан Тиграном Саркисяном, руководителем ЕЭК. Значит, звучит примерно так. В мире повсеместно происходит оцифровка экономики. Новая модель экономического развития меняет мировой уклад, форму самоорганизации общества. Базовым процессом становится процесс производства знаний, вокруг которого формируется новая инфраструктура. Производство товаров на базе прежней инфраструктуры – это старая модель индустриального общества, уходящая в прошлое. По мнению представителя коллегии ЕЭК, максимальная добавочная стоимость сегодня создается в отраслях новой экономики, а также в тех сегментах традиционного бизнеса, который прошел оцифровку. Это, собственно, его фраза позволяет резко повышать производительность труда, связывая эти отрасли с межотраслевыми цифровыми платформами.